Спорт для меня всего лишь инструмент. Ой, сейчас будет непопулярное мнение, но прежде чем вы закидаете меня камнями, я хочу сказать следующее. Победа любой ценой. Выиграй или умри. Как вам, когда такое слышит 5-6-летний ребенок? Сможет он это адекватно воспринять и понять, чего от него хотят? Если есть стержень, значит выживет. Так говорят тренеры, которых воспитывали точно так же, которые мучают, издеваются, обзывают, унижают своих спортсменов. И да, действительно, в некоторых случаях, если у ребенка есть внутренний стержень, либо его классно поддерживают родители, не с легкостью, но сможет пройти этот путь и добиться результатов. Ну а как быть с остальными 90% детей? Не боец. Да, конечно, можно пожертвовать, в расход их. Пускай будут искалеченными физически, морально сломанными. Какая разница? Это же спорт. Вы куда привели ребенка? Пускай терпит. И я действительно считаю спорт самым лучшим эмулятором жизни, где можно моментально получить обратную связь. Делаешь ты что-то правильно, либо ошибаешься. Но только этот эмулятор не стоит искалеченных судеб, здоровья и психики. Для чего? Для чего? Спорт, как инструмент, лично в моем случае должен помогать, чтобы личность была более мощная, уверенная и гармоничная. Но что мы видим в большинстве случаев у профессиональных спортсменов? Они классно бегают, прыгают, дерутся, но они искалечены внутри. Искалечены. Кроме спорта, они ни в чем не реализованы. Я так не хочу. Поэтому и считаю спорт отличным инструментом, чтобы стать лучшей версией себя. Не только в физическом, а больше в ментальном смысле.